Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать нимфу, которая работает уже сейчас, проверенная. Она имеет разные варианты, но я сейчас буду вам изготавливать ее так, как она была уже опробована сейчас. Возьмем крючок. Форма хоппер. Я использую крючок фирмы Strike. Это может быть крючок Тимка 200R. Также 16 номер. И огрузил это вольфрамовой головкой. Диаметром 2,5 мм. Цвет под медь. Слегка промазал цевьё клеем. Нить использовать желательно самую-самую тоненькая, какая только есть. В качестве хвостика я оторвал небольшое количество бородок охотничьего фазана. Вот такую щепоточку. Он должен быть пышным, но не совсем, как говорится, длинным. Длина у нашей нимфы должна равняться приблизительно длине тела. Вот ровно до начала загиба, сколько у меня. Притяжной петлей подхватываем и посмотрим длину нашего хвостика. Вполне достаточно. Закрепим окончательно. Удаляю я по уровень нашего шарика. Это будет являться еще нашим телом. Можно также хвостик изготовить вот из перьев цесарки, древесной утки. Желательно использовать волоски даже с охотничьего фазана. У меня уже здесь вот их остатки остались. Вот такие тоненькие, которые не годятся для изготовления, допустим, чего-либо. Но остаточные кончики, допустим, этих перьев достаточно хорошо служит для изготовления хвостика. Закрепим кусочек люрекса и подхватим уже окончательно наш материал по цевью. Значит, тело изготавливать мы с вами будем из даббинга двух цветов. Это вот фирмы Hens. Один светло-светло-серый песочного цвета и болотного цвета в районе грудки. Как всегда, совсем немножечко берем, промазываем клеем, ваксой, чем угодно нашу нить, и добавляем мелкими-мелкими порциями наш даббинг. Желательно, конечно, подобрать даббинг, чтобы он был как можно тоньше. К сожалению, не всегда получается для нимф найти мелкий-мелкий даббинг. Для сухих мушек это еще, как говорится, приемлемо. И начиная от хвостика, начинаем формировать тело. Много не надо делать, так как тело должно быть прогонистое, ну и в то же время достаточно крепкое. Вот столько нам будет вполне достаточно. Теперь нам понадобится опять кусочек полиэтилена, для того, чтобы мы могли выполнить чехлик. Просегментировали с вами тело. Пока лохматость нашу не убираем, она пусть будет. И закрепили пленочку обыкновенного полиэтилена. Теперь нам необходимо изготовить с вами грудку и лапки. Как я уже говорил, возьмем совсем-совсем немножечко нашего болотного цвета даббинга и начнем изготавливать грудку. Не доходя до колечка, стараемся делать плотным, но не сильно рыхлым наше тело.
не доходим до колечка, буквально совсем немножко, пару миллиметров. Вот так нам будет достаточно. Я подготовил, у меня остаются всегда перья древесной утки. Вот такой небольшой пучочек. И нам теперь возле шарика надо закрепить и изготовить имитацию наших лапок. Подхватили, сколько нам необходимо длины. Подровняем. Закрепим, остальное удалим. Вот мы с вами закрепили, разделили, развели ножки по обе стороны. Теперь нам с вами остается только лишь закрыть чехликом и сделать завершающий узел. Вот, уважаемые друзья, мы изготовили очередную приманочку, которая хорошо ловит рыбу. Окунь, плотва. Карася еще не пробовали в этом году, но я думаю, тоже будет не против. Как вы видите, на 16 номере достаточно мелкая мушка, хорошо огружена и в то же время имеет ту детализацию, которая необходима для нашей рыбы. Явно выражену грудку, лапки, хвостик и все остальное. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!